Снежана, здравствуйте. Компания Maxi Markets TV. Можно задать вам несколько вопросов? Давно ли вы торгуете на рынке Форекс и какими впечатлениями можете поделиться? Нет, недавно, месяц, второй месяц только начала еще работать. Но впечатление тяжеловато, нервы очень сильно, напряженность. Так интересно, все больше и больше, знаете, вот... Затягивает, все интереснее, интересней. Угу. Снежана, расскажите, пожалуйста, поподробнее, как вам помогает в работе ваш личный менеджер? Я сначала мне его предложили, моего менеджера, потом я про него отзывы прочитала. Отзывы хороший менеджер Мартина. Пока еще мало, видите, месяц. Ну, пока нравится, общаемся, узнаем побольше. Какие цели вы поставили для себя в этой работе? Хочется заработать. Просто мы живем в небольшом городке, в другой стране я живу. У нас чуть-чуть поменьше менталитет, хочется заработать. Это у нас такого не может быть. А на каких валютных парах вы обычно торгуете? Доллар, евро, потом австралийский доллар, японская иена торгуем. А как вы считаете, Форекс может стать основным заработком? Я хочу, чтобы он был у меня основной заработок. Очень надеюсь. Снежана, спасибо вам большое за уделенное время. Компания Maxi Market желает вам успешных торгов.